Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Прима Платоника, меня зовут Дербикова Ксения, и мы продолжаем изучать курс «Клятва Гиппократа». И этот курс у нас посвящен анатомии и медицине. Все части дыхательной системы от носа и до легких, не включая легких, называются дыхательными путями. И сегодня мы с вами о них и поговорим. Итак, какие есть части? Ну, первое – это нос, или более научно – носовая полость. И я вам предлагаю посмотреть небольшой ролик про нос. Защищает от непогоды любой. И, кстати, чтобы сверху не капало тоже. Внутри есть волоски, которые тоже не дают проходить лишнему. И вот так вот воздух по такой широкой части у нас заходит дальше, дыхательные пути. Итак, дорогие друзья, мы с вами обсудили устройство нашей опорно-двигательной системы. Сейчас мы научимся делать повязку, которая называется черепашья повязка. Итак, у нас фиксируется.